Привет, зритель! Сегодня у нас очередная история из сети. В сегодняшнем мире, как бы это было ни прискорбно, люди с ограниченными возможностями к современным реалиям жизни практически не приспособлены. Пандусы для инвалидных колясок можно пересчитать на пальцах. И очень часто, даже если они и есть, то категорически неудобны и даже представляют опасность для человека. А об общественном транспорте для людей с ограниченными возможностями даже говорить не приходится. Но иногда в мире бывают истории, которые показывают этот мир совсем с другой стороны. Водитель автобуса во Франции высадил всех своих пассажиров, поскольку те не захотели пустить внутрь салона инвалида-колясочника. Франсуа Лебере, страдающий рассеянным склерозом, не смог попасть в автобус, потому что никто из его пассажиров не захотел пропустить инвалида, а уж тем более уступить ему свое место. Это заметил водитель транспортного средства. И его такая ситуация крайне возмутила. Он решил пойти буквально на крайние меры. Мужчина предпринял беспрецедентный шаг. Он потребовал от пассажиров покинуть автобус. Им пришлось это сделать, ведь водитель упрямо отказывался трогаться с места. После этого он обратился к инвалиду со словами: «Вы можете подняться, а остальные пусть ожидают следующий рейс». Господин Лебере наконец занял свое место в транспортном средстве, и водитель отправился в путь со своим единственным пассажиром на борту. Рассказ об этом французском происшествии в соцсети собрал более 10 тысяч лайков. Большинство людей поддержало именно водителя. Пассажиров автобуса же поддали жесткой критике. Браво водителю автобуса, пассажирам позор. Этот водитель проявил человеческие качества, и за это ему уважение. Несмотря ни на что, есть еще хорошие люди. Надо наградить этого шофера, написали пользователи сети. К слову, в автобусах, курсирующих по французской столице, обязательно есть одно или два места для инвалидов-колясочников. А пассажиры общественного транспорта обязаны дать таким людям доступ к льготному месту. Но делают это, видимо, не с особой охотой. Кстати, компания-оператор парижских автобусов обратилась к гражданам с просьбой помочь найти этого водителя. Просьба вызвала беспокойство людей, заподозривших, что автобусная компания хочет его наказать. Однако в ответ на эти опасения представитель заверил, что ни о каком наказании речь не идет, поскольку водитель действовал в лучших интересах своего пассажира. А как бы вы поступили в данной ситуации? Считаете ли реакцию водителя оправданной? Напишите свое мнение в комментариях под видео. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.